Привет, мы сейчас находимся в районе Марьино Роща, здесь от Рижской площади, Рижского вокзала, до гаражей железнодорожных путей, которые как раз примыкают к вокзалу. Проходит небольшой Николаевский тупик, и проходит он между железнодорожными путями Рижского направления. Вот, он с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, но движения тут практически нет, кроме как гаражники свои гаражи выезжают и дальше едут в сторону Рижской площади. Вот в основном все это движение. Больше тут, в общем, ехать некуда. Потому что тупик, он и есть тупик, и тут, в общем, одни гаражи, железная дорога, вот и все. Ну и длина около его, около 500 метров, тротуара даже нету, поскольку людей здесь довольно немного, в основном гаражник. Ну и тупик назван в 19 веке по примыканию к Николаевской, ну а ныне Октябрьской железной дороге, связывающей Санкт-Петербург с Москвой. Ну потому что рядом здесь хоть и рижское направление, да, но рядом идет также и проходит железная дорога, тут как бы соединение происходит, да, несколько железных дорог, в том числе и вот этой Ленинградской железной дороги или еще Октябрьской железной дороги, которая как раз идет путь из Москвы в Санкт-Петербург. Ну и все, что здесь находится, это только склады и гаражи, в общем, больше ничего тут нет. Ну и железная дорога, конечно. Вот, так что, естественно, делать здесь нечего. Приятных прогулок, до новых встреч на улице.